Автомобили троих должников арестовали судебные приставы вместе с инспекторами ДПС. Сегодня в Казани рейд «Дорожный пристав». В этом году благодаря этому комплексу с автовладельцев должников взыскали более 7 миллионов рублей. Очередь за субсидиями по теплу. Такой видеоролик появился сегодня в соцсетях. На кадрах видно сотни человек в ожидании талонов в центре материальной помощи поселка ГЭС Челнов. В комментариях к ролику пишут, что это происходит не первый год. Казань-Оргсинтез, Заинская ГРЭС, КАМАЗ. Сегодня информационная доска о советском деятеле Рашиде Мусине появилась на улице Чистопольская, Казани. События проходят под эгидой празднования столетия образования Татарской АССР.